Александр Муза, американский предприниматель, написал, что Национальное агентство безопасности NSA узнали, кто скрывается под личностью Сатоши Накамото, создателя биткоина и одноранговых цифровых денег. Как видно на странице Музы, NSA проанализировала все слова в статьях о биткоине, сравнила их с другими текстами, написанными в интернете, и таким образом определила его личность. Для этого анализа, говорит Муза, NSA использовала суперкомпьютер, изучала данные, состоящие из триллионов букв.